Видите, пока мама спит, отдыхает, девочки завтрак готовят. Я думала, что она вот тут прям вот так вот будет закрывать, знаете, как вот сейчас вот. Сеня! Лучше играй в прятки. Баня, молодец! Я, а теперь... Ксюша! Иди быстро. Доброе утречко. Девчонки завтрак делают. Молодцы какие. Вон там они что-то подготовили. А пахнет вкусно. На что это такое? Каролина помогала? Да. Всем привет, ребята. Я, кажется, догадываюсь, что это такое. Это кто делал? Я. Молодцы какие. Ну вот, видите, пока мама спит, отдыхает. Девочки завтрак готовят. Спасибо. Чаек сделали. Где мячик? Где мячик? Это мячик? Не гавкай. Пони. Пони. Иди туда, играй. И постельки заправили, все чистенько. Это что такое вообще происходит с моими детьми? Все убрано. Вы во сколько встали, девочки? В 9. В 9? А Макс упал, что ли, я слышала? Нет. Макс упал, да? Я на 4. Все, позавтракали. Спасибо, девочки. Было очень вкусно. Будешь посуду убирать? А что с вами случилось, что вы все делаете, завтрак готовите? Ладно, шучу. Сегодня погодка хорошая. Купаться будете? Мама. А? Покушали? Давай Маргарите поможем со стола убрать. Ты сама тесто делала тоже? Да. А что, Ксюша? Ксюша же обычно делает. Да, но она мне немножечко подсказала, а она все время только. Там какая-то мошка плавает. Кто там кричит? Бонни, давайте купаться. Там мальчик. Давайте купаться, загорать, плескаться. Завтра будет дождик, между прочим. 3 дня будет дождь, поэтому... А, сейчас нельзя. Фу, выкинь жучка. Сейчас 12 часов, вот 12 часов с 12 до часа нельзя шуметь, поэтому часик вам отдохнуть, и потом можете купаться. А, не брызгай на меня. Банюська. Отдай сюда. Ах, какая свинюшка твоя, свинюшка. Любимая свинюшка. У-ху! Нужно уже газончик подстригать. Видишь, травка высокая, я домики не вижу, а вот тут вот нужно. А там? Да. И там. Давай, ты вставай. Подскользнулась. Вытаскивай эту шерсть. Подскользнулась. Она чуть-чуть, да, ее чуть не вытащила. Давай, кидай, бросай ей. Нет, не в воду, больше не надо. Больше не надо, она уже мокрая. Арива. Что делаешь? Нормально, весело, да? Качелька, что ли, у тебя? Да. Угу.
Сейчас она сложится пополам. Опять намочила. Она будет купаться. Не надо. Хлорку не засунула. Засовывай. Это туда надо выливать? Хлоркой пахнет. Пахнет бассейном. Показываю маску. Смотрите, ребят. Недавно пришла маска Ксюши с этого, с магазина Billie Eilish. Мама говорит, что это трусы. Мы ее ждали. Я говорю, что это трусы. Мы ее ждали сколько? 2 или 3 месяца. Мы ее ждали 2 месяца где-то, да, по-моему. И, в общем, такая вот ерунда пришла. Не знаю, мне она не нравится. У нее такая ткань. Вообще двойная, да? Да. Да, двойная она. Ну, такая ткань самая-самая простая. Как да. Вот. Почему я называю трусы? Потому что ткань... Трусов. Ну, да, на трусы похожа. И... Вот, мы немножечко здесь укоротили, потому что была... Большая. Да, очень большая. Была моя маска большая. Нормально. И форма мне тоже не нравится. Да. Я думала, что она вот тут прям вот так вот будет закрывать. Знаете, как вот сейчас вот маски такие закрывают хорошо. Вот сюда, до ушек прям. Смотри сюда. Ну, в общем, такая вот... Не знаю. За $15 плюс еще. Да, плюс еще доставку оплачивали. Ну, в общем, мне кажется, это для вот такой вот маски это дороговато. Ну ничего. Должно быть где-то $1. Так, что там Маргарита готовит у нас? Жарит курочку. И сварились у нас спагетти. Еще надо что-то. Там, да. Посолила? Нет. Дайте мне посолить. Ну, посыпь чуть-чуть. Все. А можно добавить? Чуть-чуть добавь. Все, все, много не надо. Косим травку, косим травку. Ты будешь еще купаться? Папа вон у нас на велосипеде гоняет теперь на работу. На вот этом. Приехал и сразу траву косить. Травка выросла. Да? Пытаются это в бассейн закинуть. Осторожно. Я не знаю. Макса не надо. Макса не надо. Осторожно, чтобы на голову не нырнула. Здравствуйте, мадам. Что вы не купаетесь? Не знаю, с ними я не хочу купаться. Что? Только с Маргаритой. А, ты не хочешь с Максом, с Каролиной? Ну, Макс не купается, Каролина нет. Да, конечно. А, вон они купаются все. Они все там. Смотри, когда мы не купаемся, они тоже травку покосили. Когда мы заходим, они тоже заходят. Ну, так, конечно, им тоже хочется, когда все заходят. Им скучно одним. Поэтому они с вами купаются, когда вы там, потому что знают, что весело. Да. Да. Ну, Макс всегда орёт. Ну, вы все орёте. Когда ну, вы он купаетесь. Всегда орёт, смотри. Когда мы его чуть-чуть брызгаем, он сразу орёт. Когда он нас брызгаем, брызгает, угу. Мы говорим, что он... Он может брызгать, а вы не можете, да? Да. Угу. Понятно. И он орёт, если мы его чуть-чуть брызгаем. Тут муравей. Девчонки и мальчишки, а также их родители. Веселые истории увидеть не хотите ли? Все, мы пошли в спортзал. Мы пошли с папой, через час вернемся. Давайте, занимайтесь чем-нибудь. Ну, он поешь чего-нибудь. Прятки. Ты хочешь в прятки играть? Хорошо, я так спрячу. Не найдем. Давайте, мы пошли тогда, вы играете в прятки. Хорошо? Да. Давайте. Будешь играть в прятки? Да. Ну, конечно. Макси, будешь играть в прятки? Да. Бошка,
И маленький ты пупсик. Ты будешь играть в прятки? Нет, пока. Ну ладно. Саня! 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 Будешь играть в прятки? Будешь играть в прятки? Ну и давай. Окей. Ты что совсем уже? Да. И считай до 10.